прошлой игре стало понятно, что для того, чтобы сегодня выиграть, нужно чем-то удивлять. Поэтому удивляем сегодня тем, что ничем не удивляем. Так что давайте еще раз огласим состав нашей команды. Это Дима. Дима пользуется простроченным Максом. Поэтому к нему пристают только женщины бальзаковского возраста. Это Вова. Вова настолько привлекательный и сексуальный, что спокойно может потягаться с постером молодого городья. Шальные 20 гривен. Поэтому сейчас приготовьтесь, будет шоу. Ну и как говорится, поехали. Это единственное существо в общежитии, которое не боится ранней беременности. И для начала обычный день в букмекерской конторе. Здравствуйте. Примите, пожалуйста, ставочку на матч Украина-Турция 4-0. На победу Турции. Как ваша фамилия? Александр Шапковский. Вы уверены? 4-0? Украинцы! Та що ж це я роблю? Щоб я, головний страж українських воріт, та відглядих я речах по 4 штуки пропускав. Та не буде цьому ніколи! 2-0, пиши. 2-0. Безработные вахтерши ходят сдавать кровь, чтобы получить шоколадку. А у нас моряк дальнего плавания возвращается домой. Дорогая, дорогая, я вернулся. И в костер. Итак, каждому провинциальному абитуриенту посвящается. О, а вот это у тебя приемная комиссия. А походу уже не воспринимаю. Сынок, а что это такое? Надо нам учить. Ну, мама, ну это же люди. Какие то люди? То городские люди. Ти подивись, що вони ходять? Джинси в формі, кросовки на посудно. Ма, ну то так модно. Мотоцикл з коляскою. Оце модно. Симок, я не пойму, а це що, всі прийшли, а це поступить? Так. Так, а може мамка тоді молочком поторгує? Ма, на яке молочко? Ти позориш мене тут? Позориш, це коли тільки любов з викрухи на похоронах яйця торгувала.
От я не поступлю. Що значить не поступлю? Що значить не поступлю? Знаєш, яка мати тебе вива? Знаєш? Мати в 86-му путівки в профсоюзу на море вибила. І це матері 6 год було. Знаєш, яка вива? О, ну раз так, давайте не підемо вже себе в очі в прийомній комісії. А що, ти вже надивився на цей гамбургер живу? Да. Ну пошли, щас мама покаже, як треба поступати. Дорогі друзі, ну закінчити наше виступлення ми би хотіли аплодисментами. Для вас виступала команда КВН «Вихатам». Улыбайтесь!